Анечка, какую косметику вы дома используете? В основном увлажняющие маски. Она очень щадящая процедура. Мы не ковыряем. Отдохнувший, приятный вид. Сегодня участница конкурса «Леди Мармелад» знакомится с уникальной процедурой. Это щадящая чистка лица, которая не вызывает покраснений, не травмирует кожу и в целом проходит безболезненно и даже приятно. Туда входит очищение, обязательно разогревающий лосьон, пилинг, потом постпилинг, маска, ну и крем. Наши чистки атравматичны, дают хорошее очищение, хорошо работают с качеством кожи, но не травмируют кожу. Мы не ковыряем, мы не создаем вот этого болевого синдрома, у нас отсутствуют побочные эффекты. То есть после наших процедур девушка может сделать себе красивый макияж и пойти в ресторан, да, то есть либо там на фотосессию. То есть все делается мягко, деликатно, процедура достаточно приятная, и по ощущениям, и на выходе человек получает отдохнувший, приятный вид, без каких-то последствий после процедуры, максимум, что будет, легкое шелушение, но оно никак вообще из жизни не выбивает. Для каждой девушки специалисты медицинского центра подобрали индивидуальную процедуру в зависимости от состояния и особенностей кожи. Чистки травматичные разные, да, в зависимости от типа кожи, возраста, то есть учитывается наличие проблемности, непроблемности, сезонность учитывается обязательно. Подобрали травматичную чистку, оптимальный вариант, потому что у нее, собственно говоря, очень хорошая кожа, единственное, немного расширенные поры. Ну, у Яны достаточно хорошее состояние кожи, несмотря на то, что до этого она не знакома была с косметологическими процедурами. Делаем процедуру, скажем так, травматичную чистку именно для сухой чувствительной кожи. В данном случае девушка очень молодая и красивая, вот кожа юная и практически без проблем, да, но есть небольшое проявление сухости, поэтому делается самый такой щадящий вариант травматичной чистки с хорошим очищением, но в то же время с сохранностью измененной несколько барьерной функции, да, то есть мы еще и попитаем ее в конце. По словам врачей-косметологов, атравматичная чистка, помимо очищения и выравнивания кожи, помогает побороть различные заболевания, например, акне, розацию и дерматит. Самое главное, мы работаем с качеством кожи, да, то есть позволяем уже решать какие-то проблемы параллельно. То есть сейчас вот активно идет гиперпигментация после перенесенного лета и отпусков. То есть параллельно мы даем уже и осветляющее воздействие. Сосуды, опять же, повышенная вот эта вот сухость, которая связана с климатом, с отопительным сезоном, это мы тоже уже можем проработать в одной процедуре. Чувствуешь себя воодушевленной, видно, что работает профессионал, ощущения приятные, то есть расслабляешься полностью и доверяешь. Я до этого ни разу не обращалась к профессионалам по поводу своей кожи. Ну, была какая-то боязнь по поводу того, что, может быть, возникло какое-то привыкание к коже. Но после сегодняшнего дня, после беседы с профессионалами, меня они в этом переубедили, что в моем возрасте уже можно потихоньку начинать прибегать к данным услугам. Процедуру, которую мы сегодня делали, ее можно повторять раз в 3 недели, раз в месяц. Также для улучшения качества кожи нужен обязательно регулярный домашний уход. В вашем случае это какие-то мягкие очищающие средства по типу клинзеров, по типу мягких пенок. То есть кожу не нужно пересушивать и обезжиривать достаточно сильно. Увлажняющие лосьоны для тонизации, для укрепления сосудистой стенки. И так как зимний период, больше питательные крема, достаточно плотной текстуры для дополнительного увлажнения и питания. Зачем нужна чистка лица? Мы живем, наша кожа постоянно подвергается факторам окружающей среды. Процесс старения, как биологический, так и связанный с, опять же, агрессивностью факторов окружающей среды. Засоренность сальных желез. То есть это будет идти всегда. Поэтому мы всегда должны это корректировать, убирать, да, профилактировать, скажем так. Поэтому процедуры всегда должны быть регулярными. Только лишь чистка лица уходовые процедуры участниц конкурса «Леди Мармелад» не ограничиваются. Для решения проблемы пигментации в ход идет аппаратная косметология. У Татьяны имеется выраженная гиперпигментация в области лица. То есть это нарушение, сбой в нарушении синтеза и распределения пигмента. А по поводу пигментации я как бы не заостряла внимание. Для вот коррекции, для лечения данного диагноза в осенне-зимний период идеальна процедура фотолечения. Данная методика позволяет
максимально безопасно, скажем так, скорректировать, да, убрать вот этот вот ненужный пигмент и профилактировать образование нового пигмента. И, конечно, хотелось бы выровнять тон кожи, чтобы стать лучше, поэтому я буду посещать по возможности косметолога. Ну, все мы девочки, нам хочется быть красивыми, прежде всего для себя, но также хочется и для близких, ловить на себе взгляды. Партнер конкурса «Леди Мармелад» – компания по разработке и производству профессиональной косметической продукции «Holy Land Лаборатория». Мы находимся по адресу улица Энгельса, 49А. Подробную информацию о продукции и услугах бренда можно найти в нашем инстаграм-аккаунте «Holy Land Урал».